Say what's up to Crypto Alley, Mexico. Get my partner Jose. Catch us at the park. Stop the biggest sugar rose. Stop being nosy. Everything is okay. Друзья, всем привет! Мы устроили голосование в Инстаграме. Вы проголосовали сделать обзорчик на вот этот вот прекрасный Гелендваген, на самый громкий гелик. И сегодня мы будем делать обзор на вот этот вот шикарный автомобиль. Один из самых громких в Кривом Рогу. И, наверное, самый громкий гелик. Я не знаю, есть еще такие Гелендвагены, нету. Но тачка реально достойная. И сейчас я вам расскажу, что здесь стоит по системе, что как сделано. Тачка строилась у нас в студии. Поехали, покажу вам состав системы, как это все выглядит и как это все так громко валит. Так, у нас по системе вот такие вот тут змеи, да, почему это все так получилось, рассказываю. Изначально была одна система, потом мы ее доработали, и у нас получилась вот такая вот змеиная свадьба. Изначально эта машина строилась, Виталий к нам приехал, захотел себе две пятнашки. Вот такие вот. Мы сделали гроб. Вот такой вот на две пятнашки. Это FSD-шки. Кило 750 номинальной мощности. На них стоит 8-киловаттный усилитель. Sound Digital, бразилец. Вот с этой стороны мы потом покажем. Изначально, как это все было, я расскажу, потому что тут можно было бы сделать все по-другому, если бы это строилась система за один раз. А так, Виталик приехал, он захотел поставить Дины в карты, чтобы не портить, как бы говорится, да, дизайн автомобиля. Заводской вид. Заводской вид, да. В карты мы установили в передние и в задние двери две пары рубер. Задние столкнулись с пищалками, реально здесь негде было их установить. И мы поставили в задние стойки, там как раз были подходящие отверстия, пустые. И мы вставили пищи туда. Ну, как-то так, да, не очень сцена, но так как он не хотел ничего портить, вот так вот и получилось. Собрали мы две пятнахи, Sound Digital 8-киловаттный на них, поставили Pride концерт на фронт, он покатался, голова тут, кстати, Android стоит. Он покатался, а потом говорит: серый, мало фронта, не хватает середины, давай что-то будем думать и делать посередине. Ну и мы изготовили вот такие вот подиумы, сейчас я вам их покажу. Начнем с питания. Так, предысторию рассказал, чтобы сразу не судили строго, чтобы сделано как-то много проводов, можно было дистрибьюторы сделать по-другому. Ну, тачка строилась за два раза, потому так и получилось. По питанию у нас, это генератор у нас штатка, полтинник, протяжечка дистрибьютора штатки, потом две АГМ-очки соточки Nordstar. Ну, тут все полтинником ауровским разведено. По питанию, в принципе, все тут. Я говорил, он хотел добавить себе, да, фронта. И говорит: я руби не хочу убирать, я хочу, чтобы они остались в штатных местах. Но надо что-то придумать, что-то добавить. Карты он делать не захотел. И захотел, чтобы это более-менее все выглядело нормально. Изготовили вот такие вот подиумы. Огромный плюс, что мы не повредили карту. И в случае продажи можно это все снять и вернуть заводской вид. Потому что думали картишки прикупить другие. Ну, попросили $400 за карты. И мы решили пойти таким путем и оставить карты эти, сохранить и сделать подиумы. Долго мучались, потому что тут с посадочной глубиной были проблемы. Подбирали Дины. Тут вот сидушечка. И совсем нету места, чтобы это все более-менее грамотно сделать. Короче, если толстый кошелечек в кармане лежит, не пролезет, дверь не закроется, да? Нет, там уже все плотно, миллиметр в миллиметр. В общем, друзья, по фронту у нас, как я говорил, руби в штатных местах, передние и задние двери. Две пары двадцаток мы добавили, да, вот такие вот подиумы. Это Pride Solo Neo двадцаточки и пищи, вот такие вот апокалипсисы. Играет все это от очень лютого усилителя. На две пары Solo Neo 8 у нас стоит вот такой вот Kicks Tornado 2700.2. Заявка у него 1350 на канал в 1 Ом. Это АБ-класс, он стабильно работает в 1 Ом. У нас подключено в 2 Ома на канал и огромный запас по мощности для хорошего контроля, для приятного звука. Мы поставили АБ-шку. Она как раз у нас вот сюда заходила и все это четко стало. На пище у нас стоит вот такой вот четырехканальник. Это Pride Quattro Plus. От него играют передние и задние пищи мы тоже оставили. Это Dynamic State, очень лютые пищалочки. Форсы, те вторые. Тут у нас концерт
второй плохо видно. Вот такой вот малыш. Он у нас на Рубике остался. Моно, конечно, но очень-очень достойно он играет. Установили вот такой вот дистрибьютор питания. Поставили туда 250-й пред. Это кабель у нас со штатки идет. Вот так вот. И развели на такой вот дистер на 3 преда. Да? Поставили тут предохранитель. В случае, если где-то перетрется, отсюда же тоже питание идет у нас вниз. Не только со стороны штатки. И здесь у нас на дистрибьюторе, так как у нас здесь аккумуляторы, тоже идет питание. И вот такой вот, ну, вот такую вот колбочку мы поставили перед дистром. В случае чего, повреждение кабеля, перегорает этот пред, и все остается целое. Ну, тут по проводам, тут, в принципе, все просто. На киксу у нас вот две пары терминалов силовых. Тут вот на ляме все разведено. Этот мы дистер добавили, чтобы подключить кикс, потому что, да, кикс у нас устанавливался уже потом. И вот взяли мы плюс с этого дистрибьютора и от него сделали на две пары. Массу мы взяли с аккумулятора. Так, коробка у нас вот такая вот, грабина. Труба у нас 250-я с нашим логотипом Кривбас Саунд студийным. Закрепили мы все дело вот так вот, на такие стяжки. Вот такие вот стяжечки у нас сзади, это все... Очень-очень достойно смотрится сзади и спереди. Ну, внешний вид пушка, вообще пушка. И самое-самое главное, что просто это все вытягивается и превращается в заводской вид. Короче, сделано по красоте, хер отличишь. Подобрали, да, мы подобрали кожзам в цвет. Вот такой вот матовый кожзам, перетянули это все дело. Друзья, подписывайтесь, колокольчик и лайк. Будем разъебывать. Тут где-то будет Инстаграм. Будет Инстаграм вот тут вот. Или вот тут вот. Или так как-то. Я неопытный.